Доктор Брент, мне очень жаль, но ваш отец сегодня скончался. Он не страдал. Я обрел покой. Я сочувствую вашей утрате. Это Мёрфи. Она выросла. Брент, вы все знали? Он ведь сказал вам, да? Вы знали. Все это было обманом. Вы бросили нас здесь. Оставили задыхаться. И голодать. Мой отец тоже это знал. Пап, я просто хочу знать. Ты оставил меня здесь умирать? Мне надо это знать. Купер, мой. Мой отец посвятил всю свою жизнь плану А. Я не понимаю, о чем она говорит. Я понимаю. Он что, никогда не рассчитывал увести людей с земли? Нет. Но он же 40 лет искал решение гравитационной проблемы. Амелия, твой отец нашел его еще до того, как я покинул Землю. Почему он не использовал его? Оно не могло согласовать теорию относительности с квантовой механикой. Нужно больше. Больше? Больше чего? Больше данных. Нужно заглянуть внутрь черной дыры. В земных условиях нельзя создать чистую сингулярность. Ромеля, это правда? Если черная дыра – это устрица, то сингулярность ее жемчужина. Гравитация так сильна, что скрывается в темноте за горизонтом событий. Отсюда и название «черная дыра». Хорошо, но если заглянуть за горизонт событий… Мы не сможем, Куб. Есть вещи, которые нам не суждено узнать. Твой отец нашел другой способ спасти человеческую расу от вымирания. План Б – колония. Почему он не сказал всем? Зачем надо было строить Потому эти станции? Он знал, как тяжело будет заставить людей работать вместе, чтобы спасти весь вид, а не их самих. И не их детей. Это бред. Вы бы не полетели сюда, если бы знали, что не сможете их спасти. Эволюция пока не в силах преодолеть этот простой барьер. Мы готовы жертвовать собой искренне, беззаветно, ради тех, кого мы знаем. Но наше сочувствие не распространяется на чужих людей. Но это ложь. Чудовищная ложь. Это непростительно. И он знал это.